В продолжение рабочего визита аким области посетил Есильский и Атбасарские районы. В них также ведется строительство домов для пострадавших в результате паводка жителей. В частности, в Есиле возводят 21 дом за счет собственных средств товарищества подрядчика. Стоимость проекта – 500 000 000 тенге. Отметим, что параллельно областной бюджет финансирует строительство инженерной инфраструктуры. На всех строящихся домах установлены фундамент, стены и каркас кровли, уложена черновая гипсовая штукатурка и проведена внутренняя электрическая разводка, выставлены оконные проемы и привезены двери. На 15 уложен облицовочный кирпич, на 10 готова кровля, продолжаются монтажные работы, устанавливается наливной пол. За ходом строительства с удовольствием следят будущие жильцы. Ощущения очень большие. Спасибо президенту, что областному акиму, нашему акиму района, что вот в такой момент поддержали нас, что вот построили нам новое жилье. Дома очень прекрасные. Даже радость это не передать, какая радость у нас. Тем более в нашем возрасте уже сейчас не белить, не ремонтировать, честно сказать, не красить ничего. Зашел, живи. Все удобства внутри. Что еще надо? Дома очень хорошие. Нам понравилось. В результате работы по минимизации последствий паводка, которая ведется в Есильском районе, денежные выплаты и положенные компенсации получили почти 200 заявителей. Кроме того, за счет средств фонда «Асар Ахмула» приобретены 16 квартир из категории «вторичное жилье». Из-за поднятия уровня воды река Жабай в этом году вышла из берегов и затопила 375 домов от Басара. 200 из них признаны непригодными для проживания. Сейчас в районном центре возводятся 4 многоэтажки. Аким области Марат Ахмеджанов посетил строящиеся дома, отметив, что у подрядных организаций есть все ресурсы, чтобы завершить работы в срок. Две 100-квартирных дома уже готовы. Сейчас благоустройка. Вот все закончится в течение... В общем, неделю 10 дней. Ну, 15 августа полностью будут готовы два дома, 200 квартир, 200 семей получат уже жилье в этих домах. Сегодня жизнь показала, что можно быстро и качественно строить. Финансирование идет. Самое главное, чтобы был контроль за этим. Достаточно и техники. Людских трудовых ресурсов. Помимо пострадавших от паводка, квартиры в новых домах получат и стоящие в очереди на жилье. Уже до конца этого года новоселье отпразднуют 345 семей от Басара. Эльмира Оспанова, Бауржан Смагулов, Ардак Леугабылов, Кокшияк, Парат.